становление да, конечно, саперными отрядами. Ты напрягаешься. Надо удовольствие от игры получать. Не забывать. Слушай, на правую же звездочку даже пошла. Да на. О. Пантера может залить. Ты сухари приготовил на пантеру? Капибара. Да, да. Где, да, ты на базе капибара стоишь? Ты какую пантеру? Слева! Кто тебе сказал? Ну, мне надо... Капибара. Ты стоишь сухарями на базе, блядь! Капибара. Да не могу я. Ну на дорогу их выведи. Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Какие пантеры? Такие! Пытается занять нашу точку. Здравствуйте, здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию к просмотру сложнейший бой в 2 на 2 в паре с Хоумичем. Погоня за звездами и борьба за каждое отхваченное очко у противника. Командос в этом бою был просто прекрасен, а кометы отлично наводили суету по флангам. Напарник же релаксировал от вражеских панзерверферов и трубочистов. Пот, боль и страх – вот так можно описать этот бой. Другие не менее зрелищные и интересные бои с Хоумичем также будут опубликованы на платформе Boosty. Спасибо всем, кто подписался на меня. Благодарю за поддержку. Приятного просмотра. Ну это тоже непростые. Это тоже непростые ребята. Вот этот ультрамарин, он противный игрок. Андрейнишку постоянно пекает. Да. И меня тоже, кстати. Сейчас разберемся. Я колясочку тогда сделаю, буду кататься на ней. Да, да, Хомячок, да. Надо все переосмыслить просто. Надо, да. Да, на это надо. Так, ну я имбу возьму, короче, не буду мучиться. Вы можете отмечать остовы техники для восстановления саперными отрядами. Да, конечно, напрягаешься. Надо удовольствие от игры получать. Не забывать. Я поехал. Хомячок, ну я поехал, короче. Давай. А вот и микротачка. Ой, ну это правильно. Микротачка, это нормально. Ждем приказов. Микротачечка. Ох, чувствую беду. Уже топлячок этот. Уже пушку взяли. Трыть его там вот. Ля-ля-ля, уже пулемет тут. Так, а у меня кто, красный, а у тебя? У меня тоже красный. Стреляю! У тебя не красный, кстати, потому что у меня красный. У меня тоже, так сказать, красненький. Красненький. Ах ты, ты смотри, что происходит, а. Давай-давай, где они связующие, может, хотят? А, конечно, хотят. Конечно, хотя, конечно. Цель под обстрелом. О, нашел щельку. Держи, держи связующий, держи. Конечно, хотят, ну ты посмотри, что тут происходит. Новое пехотное отделение готово к бою. Стрелом, немецкий пулемет. Сейчас видишь, я иду. А тут все, походу, слушай. Тут, походу, все. Выдвигаемся. Универсальный транспорт. Да, держи, держи. Сейчас они получат. Держись, держись, Хомячок. Нормально, нормально. Сейчас он пулемет, получит. Бей его. Да я все переосмыслил. Сейчас он получит. Да, конечно, зря, да. Ой. Стой, подожди. Хомячок, ну как пулемет фангануть? Так я его фланганул. Уже. Я ж тебе говорю, все переосмыслил в этой игре. Ой. Ты у меня смотри, по-прежнему пекают, но под базой. Нормально кирпичом закрыли. Ой, Хомич, у тебя там хилка скоро они уже. Они кирпич поставили. Блин, я нечаянно. Хомич, ну похиль меня. Ну, кстати, открываю. Но не прикинь, там кирпич поставили, чтобы в дом не зайти. Ой, огнеметик уже. Хомич. Да, вот так. Противник активизировался. Пытается занять нашу точку. Опа. Вступаем в бой. Наконец-то свалил. Тоже сил не было терпеть. О, это ты, кстати, вот
идет отсюда. Ты, блядь, мисклики какие-то. Да, я тоже мисклики. Ой, хомич, у меня под базой уже. Домик занял, понимаешь? Там какой-то тангенс ездит. Смотри, что происходит. Машинка все сейчас будет. Ух, еле уехал. Так, а что у меня под базой чуть-чуть поджали, хомячочек. Какой-то отряд может заказать. Да, у меня тут нормально, кстати. Я там хыльная, не открыта. Смотри, смотри! Да, да. Вот же, ты быдло. Там миноискатель. Ух ты, блин, ты смотри, что там происходит. Слушай, я вот тут как? Я вот тут как думаешь, он это видит? Да, все видят, все, сука, видят. Сапер идет. Противник занимает ключевую точку. Жирный. Бля, хочет дом, ну хочет домик. Отправляемся немедленно. Пора немного помаршировали. Мы ведь солдаты, черт возьми. Бегом, 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 бегом. Какая граната, не понял. О! Это он вот так вот. Сука. Хомячок, надо пушку уже делать. Денис Максимус, 500. Ну, привет, Валерчик. Здорово. Наконец-то попал на стрим. Леща хомячочку за столь длительное отсутствие. Хороших боев. Спасибо. Спасибо. Хомячок, держись, держись. Те гранаты летят, ты слышишь свист? Блин, ну что ж такое? Ну почему? Нормально, да? Я вот там слева пулеметчика дымлю. Наша точка. Они ее захватывают. Нормально. Нормально, нормально. Давай, хомич, наращивай силы. Да, да, да. Ну, поехали. Вон он. Мы потеряли точку. Ах ты. Так прям в лоб. Бей его, блядь, бей, сука. Не, получай. А это мой дым только дошел, ты понял? А так, если что. Так, а у меня пока вот это численность, стойки, вот эту всякую хуету. Мины тут ставлю. Давай, работаем, работаем. Они ящики кладут. Сейчас, по идее, всякие двойки они сделают. Эти ублюдки вот эту всякую грязь. Да, да, будет, все это будет. Блять, ну запуталась. Ну да, блять, да. Пушка в никуда, блядь, хомич. Ну пушка, блядь, никуда, и все, и мина твоя хуета, блядь. Ну это ёбнись. Ну это ёбнись, блядь, с этой игрой, хомич. Мина твоя сраная, до пизды, блядь, дырявая, сука. Заебал ты, блядь. Дырявая твоя мина, блядь. Не обзывай мою мину. Заебал, блядь, своей, сука, миной дырявой. Да ничего б не было. Вот именно. Сука, PID, сука, и Брен. Ну, хомич, помоги, блядь. Да иду, иду, по минке, по ну, пушку. Помоги, нахуй. Долго заряжаю. Помоги. Ну, что ты теперь? Ой, ладно, мина хорошая. Вот именно. Ой. Парни, мы на их. Я стресс получил, вот что происходит. Ты говорил удовольствие, где-то удовольствие, блядь. Удовольствие. О, я удовольствие полное получаю. Понял. Да, я пока вот команды жду, понимаешь ли? Сходи туда, сходи сюда. Идет, идет. Минка порешала. Идет, идет, хомячок. А, ну да. В центре у него там спецподразделения, да, вижу, вижу. Всякие. Вижу, вижу, хомячок, вижу.
меня пехоты очень мало, Холмич, понимаешь? Так надо, у меня, кстати, тоже. Я сейчас пока тут пехоту сделаю. Наша команда готова. Охренеть там. Ага. Пока сядут, блядь, яйца почешут. Да, да, да. Не могу выделить отряд. Ну да, блядь, да. Потеем мины или это? Это мое. Хомичок, короче, я вот иду команду с собой. О, ты гля, сколько давай. Их! Ты шо, блин? Чин, чопа. Блин, мне, наверное, пулемета не хватает. Наша точка. Они ее захватывают. Ой, сейчас я буду командосом подкрадываться, как мразь ебаная. Противник активизировался. Пытается занять нашу точку. Ну тут я прям агрессирую. Ты смотри, эти что-то там делает. Ковыряет. Ля-ля-ля, идет, смотри. Лер, ага. Володя, сто, да помогти, да пауао макти. Спасибо, Володя. Ходят. Спасибо. Помнишь, надо решать где-то топливо. Да надо не только топливо. Надо все решать. Надо все решать. Мне бы Викерс еще сделать. Мне там блобят, понимаешь, так просто не пропушить. Так, Хомич, ну пропушить, все пропушить. Надо стараться. Надо просто. И центр, чтобы они не фланговали, и не центр. Надо все точки, понимаешь, держать. Сейчас я Викер сделаю. Ой, граната, ну надо было этого ожидать. Ну ты в негативе, Калмич, ну тебя же да, разбирают, блин, нахуй, за секунду. Все, это все продумано было. Ну за секунды ж разбирают. Да, я это все продумал. Ну, пошла граната от него. Ой, граната, это тоже все продумано было, видишь? Мечочек. Ну ты гля, что делает? Ну, Холмич, ну пулемет свой разверни. А, блин, сейчас. Да он тебе кидает зажигалку. Тут какие-то гранаты кидают. Меч, по звездам проиграем, я тебе говорю. Да, сейчас, блин, будет. Давай же танк, я сука, уже, делай. Я уже, да, сейчас сделаю это 30. Так, я за топливом пошел, все, встань. И танк сделай, пожалуйста. И танки не делаешь, вот мы и проигрываем. Блин, лимит бы на этой танке. Под плечком, кстати. Я, блин, в центр много играю. Понял. Ничего не получается. Так, все, мне пулемет нужен, я не могу центр. Все, 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 все. Все, блядь. Бундисон, 100. Пора кое-какому жировичку бандать за отсутствие пит-тримки, я это считаю. Это его нет, случай моего, он что-то задумал. Пора, спасибо, Русь. Да на нахуй. Давай, минометик. Хорош. Минометик хорош. Хорошо тут в уголочку свелся. Понимаешь? Да ничего не понимаешь, что ты хочешь? Тут все. Ну если все, то все. Блин, а как мне это ж можно сломать, по идее? Давай, ломай. Все ломай. Противник занимает ключевую точку. Жирные ублюдки. У, сука. Та гори. Та на. Хорошо. Да, Хомячок, ну я стараюсь. Ты старайся. Пазик! Панзер приехал. Ну идет по негативу и вообще ему как бы нормально. Смотри, чтобы тебе пушку не раскатали сейчас. А он хочет прям залетать, такое ощущение. Да, Хомыч? Да хочет, слушай.
Да на нахуй! Получай, сука, чайка. Ну нормально, я только так. Ну я своего отбиваю потихонечку, это быдло. Я своего тоже отбил. Это быдло невоспитанное. Но... должно быть наказано. Да, блин, блин, ох, у тебя там много их. Ну я отбился. Понял. Так, ладно, у меня отжал он там. Мы потеряли там точку. Понял. Но я его нормально там накопил, кстати. Нормально. Идут. Пушку назад. Идут. Ну, пехотку пора вооружить, да? Надо не только пехотку вооружить, надо вообще всех вооружить. Да все надо вооружать, сука. Так, ну я кентавру, да, для начала пойдет? Да, кентавру давай. Не поздно, нормально. Получай. Ага, это я конфисковал. Команда с работе, рапортую. Ну прям нормально так работает команда с вами. Хорошо. Похитил пулемет у них еще. Может я не кентавр тогда, у меня два пулемета. Похититель. А я похититель. Может я не кентавра тогда? Идут! Твой, блядь! О, сука! Мой. Иду, иду. Панзер приехал к тебе. Панзер Камфаген. Я иду. Пойди же, иду. Ой. Ой. Идет прям, ну ты посмотри, что делает, быдло. И смотри, как бежит, блядь, да, лови, да, да, нахуй. Ой, лови чайку, сука! Кусь, за бочок его! Два пасека рапортую справа. Два пузика у меня справа. Прием, как слышно? Как слышно? Прием. А, вижу, иду. Я качусь. Нормально. Ну, я думаю, отобьюсь. Да, отобьюсь, думаю. Может быть. Противник настроен решительно. Надо звезды. Помнишь, надо звезды. И надо, чтобы ты танк какой-то выкатил. Я не знаю пока, что мне выкатить. Что мне выкатывать. Я, наверное, кромвель банально сделаю, короче. Для начала. Так, вот тут теряешь. Тихо. Вы знаете, что делать. Брумбар. А, Остин. Остин, центр. Я гвардеец. У тебя гвардеец умирает просто. Все, пытаюсь звезду. Пытаюсь звездочку брать. Ой, просто ужас, какие косые. Сейчас закончу доклад и начнем. Работаем, Хомичок. Лапы к врагу попал. Там Кромвель к бою готов. Так, на меня Кромвелл, блядь. Кромвелл выехал, аэропорту. Кромвелл, это хорошо. Работает Кромвелл, сука. Хорош. Блин, ну я тут нормально так ворвался.
Ой, теряет боец, теряет. Оп, не пробитие, отлично. Ну две пушки, блядь, соображайте, сука. Я потерял крамвель и пушки. И пушки, и крамвель потерял. Умич, ну пиздец. Но он бомбу закинул на меня, хорошую. Бомбу. У, сука. Ну ладно, он пехотку чуть-чуть потерял. В принципе. И пулемет у него выпал. Блин, ну, блять, запрятался. Потерял я Холмича. Получай. Так, ты Катюшу, да, сделал? Да, да. Сейчас хорошо зарядил с нее прям. Ладно, я буду дальше, наверное, коме ждать. Дальше, видимо, в коме мне. Колпаки не строят. Ну так, если что, Холмичок. Ну что ж поделать. От колпаков отыгрывать теперь придется. А? Граната нихуя не дала. А потому что... Пока сапера, наверное. Вы можете применять наступательную тактику молот. Наступательная тактика молот, Холмичек. Так, ты сопротивляешься, да, там? Когда ты... Да, эх, танк, когда ты танк какой-то? Танк, скорость. Потому что пушечками обороняться бесконечно, это, конечно, такое. Саперный отряд готов вступить в бой. У меня саперный отряд еще один, помещик. Наша точка. Они ее захватывают. Скажите, куда стрелять? Так, Астрин, да, тебя зажимают? Ой, что-то тут, да. Ну, отходи тут, пушками. Там, блин. Холмич. Ну, потому что танк нужен уже, блядь, пушки крутят. Да, блин, делается танк. Быстрее надо делать. Быстрее все, сука, надо делать, Холмич. Какой отряд забрали тебе, я хуею. Ну, ты видишь, как они ворвались. Смотри, чтобы тебе куча движков не ебали. Да пусть уже, тут надо отбиваться, да? Аккуратненько, аккуратненько, Холмичок. Пушку, тебе фокусят пушечку. Аккуратненько. По Остинду не могу попасть, рапортую. А потому что, Холмичок? Там тигр, что ли? Да, там тигр. Там дым. Блин, нормально, они ворвались, слушай. Бля, я сказал гренадера бить, этому похуй, ну ты понимаешь? Командосу. Хорош. Блин, хорошо ворвались. Я по ему гренадера жахну. Пушку подберешь эту? Да, ее уже сломали. Сломали, ну и все забудь тогда. Там было сутку, ну, что делать. Думал, пушек хватит, ну ладно, сделаю сутку. Блин, плохо, отряд забрали, конечно. Да, отряд их тебе... Два отряда? Новобранцы и гренадеры. Ну они хорошо ворвались. Хорошо, да? Ага. Ты отобьешься или надо мне вести пушки к тебе? Да, отобьюсь, отобьюсь. Потому что мне же свой еще фланг держать. Отобьюсь, отобьюсь. Давай, Катюшей, блин. Ну, блин, естественно, уйдет. Ну а как ты да хотел? Да иди ты, блин, ну как так-то? Ой, блин, такой бред. Отступи, отступи, Холмич. Дал мне что. Тогда работаем, работаем, Холмич. Работаем, ага, тут вот такие вот. Да, блин. Давай, Холмичок. Ну-ка. Ну он почти, но я пушки возвращаю. Холмич, я возвращаю пушки. Потому что там в любой момент Остин залететь может, понимаешь?
Ну не могу не попасть, не пробить. Вон, кстати, Остин тоже. Остин, Остин, Тэшку сюда. Не-не, он не поедет, не поедет, все. Не поедет. Бля, че все армии тогда сижу, я не понимаю. Справа. Я жду справа противника, а его нету. А его нету. А он противник активизировался. Пытается занять нашу точку. Так, ну звезда, кстати. Пока что моя. Моя по-прежнему. Ага, пазик, пазик справа. Осталось 200 очков. Очков у них маловато уже. Ну, блин, у нас тоже не сказать, что много. Это быстро такой комбат. Ну, кстати, да. Согласен. Аккуратненько там, аккуратно. Да я свинда хочу только поставить и все. Ой, пошел залп по тебе. Да за что? Ой, все. Да я свалил. Все это когда ноги холодные, помечок. Так, нормально. Ага. Блять, ну пушки пиздец как сводятся, неудобно, чтобы стрелять почему-то. Меня, в общем-то, тут под контролем. Хорошо, что ты его прогнал сегодня, пушка. Ладно, назад. Меня крутанули пушечки. Пушечки крутанули, Холмич. Так, комету. Комету делаю. Едет, едет Остин, надо помощь. Катюшу отведи назад. Ну, надо ладно. Помощь. Ладно, блин. Ой, блин, надо было. Требуется залп, помощь, срочно. Бегу, бегу, бегу. Они захватили нашу точку. Он пока мины кушает. Пока кушает. Я еду, мчусь. Пазик на движки, я рапортую. Я мчусь. Жирные ублюдки. Не спасу, не спасу. Слушай, агрессировать сильно не буду. Все, я назад. И куда? Да чуть-чуть. Это страшно! Нормально, нормально, ничего не потерял. Пазик забрал. Ой! Камич! Хорошо. Ой. Было очень больно. Я ухожу, ухожу, ухожу. Я ухожу, Хомичек, ухожу. Дига! Дига! Да-да-да, вижу. Он, походу, на базу прям был. Ой, блядь, запечатай сейчас меня. Сейчас мне гранату зашвырнут. Сейчас мне гранатку, блядь. Позиция атакована противником. У меня ком это. И прям сбу это. Так миномет ломает. Я сейчас его отберу. Давай, давай, накажи его за это. О! Запомнил место, вот. Дай это там мои. Хорошо. Слушай, ну я на удивление, кстати, ничего не потерял. Да и в текущих схватках. Какова задача? Новенький, а я вот. Потеряли точку. Ой, хорошо, хорошо, Лёш. Аккуратненько, Хомичек, аккуратненько. Аккуратненько. Залпи, все, куда? Пошел, а куда это? Куда-то, по тебе куда-то. На базу, куда? Миномет, а, миномет, там саперы стояли. О. Там саперы стояли, ты понимаешь? Ой, сука, едут чайки. Фига. Там прям вора. Блин, камера. Взрывпакетик, Хомич. Блин, камера. Орудие осталось без расчета. Орудие без расчета у меня. Они вдвоем справа, я тебе рапортую. Ну так, если что. Да я вижу. Помогаю. А че у них же тут? Получше. Гренадер, гренадер, аккуратно. Поехали, да побыстрее, это тебе не катафалк. Эти ублюдки пытаются отбить нашу точку. Так, где-то моя пушка.
Работаем, работаем, Хомичок, работаем. Да, 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 нормально, нормально, работаем. Пошел! Ой, а да все! Еще и выживешь долго. Не-не-не-не-не, заберет ОМГшка, не? Выжил. Так, я тут поминирую центр, да, чуть-чуть, Хомичок? Фига! Ну, покатили туда. Ну, вперед! Держать! Мины готовы! Нечего тут красться! Гони как следует! Корп, следуем на новую позицию! Сука! Они ее захватывают! Минка сыграла! Комет на связи! Куда отправ... Тормози! Встань! Они пытаются нас подчарить! Тут сидеть! Та на фосфор! Индюк! Куда-то пошел зал. Куда же это? Куда же это? Да в пушку, он все в болото. Там все в болото, помнишь? Там вода на себя урон берет нормально. Ля, стоит, втыкает. Да на, не втык. Не спи, блядь. У, сука. Буру вот такую. Как он? Не знаю, знает, куда пойти. Бля, все ради Фауста, все ради Фауста. А смысл? Мой, может, он на отступлении был, сейчас к тебе выйти может. Понял, отхожу назад. Понял. Хожу назад и, возможно, сейчас еще даю одну комету. Пулемет нам уже не нужен. Ага! Юзаем баги, сука! Сапером берут. Так, центр забираем. Помни, что там, справляется с тигром? Да, 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 нормально. У меня две пушки. Понял. Ой, пошел по мне по базе, по входу зал. Ой, кажись, сейчас все. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне плохо. Ой, я хорош. Мне, дали. Ой, мне возвращаться? Нет, да. Все, понял. Понял. Еду. Сейчас еще комет. Еду. Минус тига, отлично. А это пантера у него там? А, пантера. Да. Понял. Блин, сейчас я на центре задержусь, подожди. Центр еще отобью. Он же такие глупости делает. Да-да-да, у меня тут пушка рядом. Ага. Ой, ладно, пушка назад, рискованно. Труба чистый. Сейчас у меня еще плюс комет будет. Вы получили новый танк комет. Новый танк комет, Хомичок. Уже в пути. Зал. Это я. А, ты? Ля-ля-ля. Оп! Пантера сбоку. Оп! Еще одна едет. Нормально. Сбоку. Нормально. Быстрее, до ночи тут сидеть. Подавай, сейчас трогай. Нормально, Хомочек. Готовы
Не даю им звезду, не даю. Ой, Аствинда. Аствинда мерзость. Пошел! Слушай, меня накрыло. Блин, плохо очень. Плохо очень, холмичок. Что тебя накрывает? Ой. Миш, держись. Стоп, давай, у, сука. Пошел в зал куда-то опять. У него там такое вообще нет, три. Так, а что мне еще лезет? Ну, даже еще что-то, блин, наверное. Отряд. Томич, ну держись как-то. Да, Катюша в них заряди. Да не кажется, куда мне? 8 секунд. Да. Так, гранаты надо открыть, обычные, хомячок. Надо просто открыть гранаты. А сухари тебя потопли, что ли, я не понял? Ну, у меня, да, на кофе вот так, я пошел захватывать. Но я все восстановился, в принципе. Понял. Так, а где у меня пинтера моя? Марш! Ой, аккуратно, в центре. Ой, все, сейчас. Так, куда? Ну, прекращай, хомячок. Пехоте доступны гранаты нового образца. Все, я тут запрятался. Понимаешь? О, сука. Противотанковая пушка по нам целится. О, сука. Надо эту пушку задеть. Миш, надо брать центральную, понимаешь? Иначе по очкам они могут камбэкнуть. Залп! Не знаю куда, может на мое ПТО. Ой, блин, ой! Ой, ой! Пушка еще жива, блин. Надо полечить. Да, блин, как же долго. Мы потеряли расчет. Я расчет потерял. Ой, слушай, вот мне это, пушку вот снесли. Там мне уже давно. Разрешение закончено. Очень вовремя. Мы двигаемся по казам. Пора отправляться. Мехвод, стоп, тормози. Колотушка. Блин, даже этот там мне не лезет. Firefly мне не лезет что-то. Сука. Вперед, Джеймс, и не щади коней. Так, а что мне пушку брать, чтобы получить? Пошел зал в центр, возможно. У меня вроде и там не. Тебе, возможно, сюда. Ой, куда-то летит, короче. Да, еще куда-то, еще. Да я валю уже. Комет готов выдвигаться. Тормози, встаем. Надеюсь, вам понравится, ублюдки. Блин, он просто знает, куда жить надо прям. Знает. Матрас не лезет? Не, матрас не. Не знаю. Топом долбят, у него такое ощущение, там 3 или 4 этих. Надо сухарики, чтобы ты натравил сухарики на эти пантеры, блять. Страшно. Поехали, да побыстрее, это тебе не катафалк. Бум-бум. Блять, твоя Катюша не туда, Холмич. Вот реально. Тяжелый танк готов. Ну давай, свинья бронированная,
Да может за вурфиками слетать, реально? Давай, сухариками, сухариками. Ну чё ж ты отъезжаешь? Ну я ж кометами танкую. Да никуда ты, ты просто заднюю даешь. Кого ты бьешь, бля? Ну не прям, но отпор давать, блядь. Я что, зря кометами стою тут? Пантеры слева, пантера слева. Рапортуй. Залп на звезду дали. Ой. Пулемет. А там уже пулемет. Сзади, сзади! Что это? Нормально, он откуда кидался кого-то. Так, я пока на ремонтик отъеду. Помечочек. Вот этих боровов надо как-то. У, сука. Я звезду слева тихонечко беру, если ты не против. Тебя пулемет похитили. Я тихонечко звездочку у них забираю, хомячочек. Пантера! Да на! Пошел! Залп! Рапортуй, залп, помнишь? Уже в пути. Да, да. Куда я подойду? Пару. Вон Брумба. Там, да я назад, назад даю. Ну я так вот, тихонечко так. Нормально. Джерри хорошую трёпку. У них осталось всего 50 очков. Нормально. 50 очков, хомяч. Идут. Идёт. Вперёд, сейчас же. Ай, подавил сразу же. Да, блин, у меня... А слышал, он слева хочет заезжать, что ли? Они захватили нашу точку. Всё, вроде отбылся. Так, центр сейчас будет забирать обратно. Так, слушай, на правую же звездочку даже пошли. Да на. Пантера может залить. Сухари приготовил на пантеру, блядь. Да, да. Где, да, ты на базе, блядь, стоишь? Ты какую пантеру? Слева, блядь. Ну мне надо. Ну или ты стоишь сухарями на базе, блядь? Да не могу. Ну на дорогу их выведи, блядь. Заебал, блядь. Какие пантеры? Такие! Пытается занять нашу точку. Не, а что мне еще по лимиту лезет? Я вот не могу никак понять. Да, да, блять, по лимиту 200 очков, холмич. Пантеры будут готовиться, пантеры будут готовиться залетать, блять, любой момент. Пантеры, блин, готовятся, будут залетать, они и так залетают. Не надо шариться, потому что, блять, ждать у моря погоды. А, блин, сука, да что ж не по лимиту выводить, сапера что ли? О, как раз матрас здесь. Это ТДП у тебя заберу. Давай.
Хомич, помоги центр отобрать. Сухарики, да. Пантерки давят. Назад отступаем. Меня сбоку там атакуют. Миномет бы по-хорошему слить надо было. Блять, надо их наказать, этих товарищей, как-то. Можно идти. Следуем на новую позицию. Куда больше, трогай. Вот вам кран. Сухарики, выводи сразу, потому что пантеры на меня сейчас сагарят. Пизда. Конечно, ты на базе, блядь, сидишь. Ясен пень. Да здесь я уже, блин, 2 метра до тебя ехать на базе. Да я понял, блядь, что у меня минус комета, нахуй. 2 метра, блядь. Минное поле постелили. Сука, надо было. Надо было бери центр как-то, не знаю. Бундису, 100. Ну сколько Хумич еще будет шариться? Ну сколько? Да непонятно сколько. Непонятно. Да ну опять минус отрасль. Иди комета, блядь. Уже погнали. Мехворс, это танк. Для него нет преград. Поехали. Танк комет готов выступать. Медведь уже в пути. Цель горит. Обошли под огнем. Медведь выношен. С фланга заходят. Хомич, ну ёбни Катюшей в них, ну ты давно не стрелял ею, блядь. Это кулдавница одна. Две кулдавницы? Ну, вперёд! У меня отрядов нет. Нормально. Отступать надо вовремя, блядь. Противник атакует нашу позицию. Отставить всё. Нажми. Да похуй на миномет, уже его сливать надо, у него толку нет. Так, а почему не стрелял? Бля, мне комета запуталась, а потому что, Хомич. Движок прописали. Ну так нельзя, надо на боковую как-то вот сюда удаться. Пантера, пантера, пантера. Бля, ну там опять точку. Грумбар, ну ёб твою мать. Поехали, да побыстрее, это тебе не... У нас осталось 100 очков. Чёрт, вы не достигли, чёрт! Нет, они захватили нашу точку. Давай, пытайся ещё. Ну давай, свинья бронированная. Конечно же не попаду. Готов ехать, жми давай. Залп, залп, залп. Бля, такая рава нахуй. Слева идет. Слева беда идет, Холмич. Противник занимает ключевую точку. Сейчас опять скажу, ты не видел, не знал. Я дал понять. Все, понял. Ну вот и все. Звезды надо. А блин, ну опять. Пусть услышишь, что мы... Эти ублюдки пытаются отбить нашу точку. Встаем. У нас осталось 75 очков. 70 очков, Холмич. Выходим. Следите за флангами. Все, привал огонь. Эй, вы, вперед. Это саперы.
меня нет отрядов. Хуёво. Ты хоть бы сухарики подвел с пантерами поперестреливаться. Слушай. Ну что, слушай, ну у нас очков мало, ты понимаешь? Мы нихуя взять не можем. Починиться надо и подъем. Давай эту Катюшу заряжай нахуй. Катюша кулдамится еще чуть-чуть. Сука, не дадут. Надо центр брать, слева не дадут. Центр я возьму. Ты сбоку эти пантеры не пускай, потому что я не могу разорваться. Надо махти. Давай, давай, Холмич. В контре, почистка. У нас осталось 50 очков. 50 очков, блядь. Нормально, нормально. Ну я не могу центр по-прежнему. Еще залили, сука. Брумба, блядь, выкурит. Меня Брумба сейчас выкурит. Хорош. Вот так мне нравится, Холмич. Забери эти вурфамины, и мы выиграем, блин. Да как чем эти? Я, мне что, пожертвовать такая кометой? Кометой пожертвовать? Пехота не успевает пополняться. А что ж такое? Ну, на бок. Давай, давай, бери Холмичок. Все, надо только удержать. Ну, ты вот опять заехал в боку, просто прикрывай. Я не могу. Ну как, Холмич, как? Холмич, движочки, движочки. Черт возьми, мы побеждаем. Хватает, не хватает. Хуяси мне комету нахуярили. Назад, назад. Куда ж назад? Мы проиграемся назад. Бей их, бей их, блядь. Катюша, заряжена? Нет, туда. Надо залетать прямо на звезду, короче. Бей вот эту хуету, бей. Давай, Ковмич. Заряжаю. Блин, ну тут надо пимощь, пимощь тут нужна. Сейчас, где-то у меня комета, блядь. Ты сухарики все просрал? Да, да, тут, блин, опасно. Сейчас, пытаюсь. О, 30. Только нам дальше защищаться нечем, да? Ну, получается. Ну да, получается так. У меня Катюша одна заряжена. Не зря Катюша мат... Ай, блядь, я матрас заказал. Умер, блядь, сраный. Делай новые сухарики, потому что они по-любому пантеры выйдут. Естественно. Просто защити сбоку и все. Пытаюсь, пытаюсь, Холмич, пытаюсь. Пантера алым полетела. Да по мне не долбить все. Но не алын уже, что пехота сбоку? Пошла. Пошла. Пошла пехота алына не хуже. Да сдохни, сука. Здесь очков, Холмич. Боку, боку, подстрахуй меня. Давай, давай, давай.
Давай, 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 хомячок, давай. Бля, сейчас заберу, да, центр? Бля, заберут. Да не заберут. Меня пантера гоняет вот это справа. О, бля. Хомячок, да, это было, ну, прям пот потнейший. Блин, ты быдло, он ходит своими трубочистами в центре, и там же иногда пантеры флангуют, ты все орешь. Где не, ну в те моменты, когда их не было, можно было настреливать. Ты на базе, стал, ты что, заехал прям в базу, в зданиях застрял, блин. Ты пока... Вы... 5 минут, все. Я тебе предупреждаю, что если пантеры собираются слева, надо готовиться их встречать, а ты на базе там в зданиях, понимаешь? Ну потому что меня долбят со всех сторон, блин, ну тоже отвлечься. Ну и тяжело. Что, как щеночек что, блин, забиться такое, где-то в будочке или что сидеть? Нет, не забиться, но, блин, доконтролить там, где контролил, и перевести эти сушки. Короче, нормально, просто там все крутится, вертится, а он ходит, ты же, блин, сам знаешь, какие эти крепкие базучники. Еще убей, попробуй, ну, он да. Не, ну если бы ты пехоту просто не слил стреляет. Бы, если бы ты пехоту не слил, ты да бы прогонял бы. Да была у меня на тот момент бы. Еще пехота, ничего им не делали особо. Ну, точнее, делали, но он же все равно может забежать, дать пару залпов, и что, уже пол хп у Катюши. Ну, в смысле, у Сушки. И там пантера, и он уже легко меня гоняет. Короче, нормально было, ну, просто нормально. Поджали в какой-то нет, момент нормально. Из-за варфраменов этих, панзерверферов. Панзерверферы. Да, у меня там, ну, нормально так надолбило. Он мне отряда, наверное, отрядов 5, наверное, минуснул. Верфером удачно. Надо было да. Тэшку сделать и как-то туда аккуратно просто промчаться по краю, снести, мы бы выиграли гораздо раньше. Ну, кстати... ну тут все понятно, на чем горбу все держалось. Да, я все видно. Я на пределе там просто куканил их, как только мог.